Волки тоже не спали. Скоро проснется ваша жена, и вам лучше быть с ней. Нет, беременная истеричка. Уж лучше я побуду с волками. Скажи мне, Сквайр, как военный может так хорошо знать латынь? Моя семья не знатная и не богата. Меня готовили к церковной жизни. Законы, которые мне не подходят. Это точно. Распутство мне по душе. И мне она всегда легко давалась. А цифры тебе так же легко даются? Да, милорд. Расскажу тебе кое-что, только между нами. Конечно. В моих счетах полный хаос. Ты не против применить свои знания к моим финансам? Как так вышло? Задержка ренты, небрежность счетоводов. Милорд, вассалы удерживают деньги, которые должны уплатить в казну. А, чума унесла половину работников. Урожай упали, труд стал дорогим. Я понимаю в цифрах, и все, что вы сказали, абсолютно не ваша забота. Ваша армия должна быть в боевой готовности, а это невозможно, если у вас нет средств. Они говорят, что и у них нет. Пусть скажут это мне. Хорошо.